Hello, people, вы на новом канале Железное Сердце, с вами Лорд Вуду, и мы играем Хроники Последних Дней. Это эксклюзив PlayStation 4. Вот мы движемся к разгадке уже, можно сказать, я думаю. Судя по ощущениям, мы там пару перекресточков пропустили. Возвращаться очень не хочется, но попробуем пойти дальше. Там еще встречаются телефонные звонки периодически. Радио стоит местами. Алло? Алло, меня кто-нибудь слышит? Клайв. Клайв, это Стивен Эпплтон. Ты слышишь меня? Прием. Ответь, Клайв, ты слышишь? Черт. Кейт. Кейт, это Стивен. Шестая башня, ответь. Кейт, ты слышишь? Кейт! Никто не слышит. Кто-нибудь меня слышит? Алло! Говорит доктор Стивен Эпплтон из зоны карантина. Меня кто-нибудь слышит? Прием! О, нет, господи! Нет! Черт возьми, нет! Одна и та же передача идет. Так, судя по карте, мы находимся где-то вот в этой точке, где бензоколонка, столовая и заправка. Пробуем пройти дальше по дороге. Мы пришли с левой стороны. Идем направо. Привет, мячик. Летящийся. Куда ты меня зовешь? Иду за тобой, иду. Я видел, что ты повернул направо. Радио я послушал. Тоннель перекрыт? Поездов нет. Я знак ставлю. Говард, тоннель перекрыт? Думаю, да. Мне это не нравится. Неправильно все. Хватит ныть. Всем сейчас тяжело. Знаешь, что у тебя кровь идет? Это от головной боли. Не могу больше. У меня так кровь из носа не текла с детства. Но в деревне ты не был? Нет, два дня уже не был ни там, ни дома. Только с Клаевым из комитета по телефону говорил. То есть я пытался, но линии связи перепутаны. Ни с кем напрямую не контактировал? Нет, ни с кем. А ты вообще о чем? Что происходит? Эта структура. Она снова адаптировалась. Прямого контакта для заражения уже не нужно. Она распространяется по телефону. Что значит прямого контакта? Стивен! Тут интересно. Вы тут были? Ну да, мы повернули направо и пошли по железнодорожным путям. Ладно, я иду за тобой. Я понял, ты мне показываешь правильный путь. С тобой по нему идем. Давай. Опять мы дошли до этой электростанции. Как будто возвращаемся. Ага, вот, в бункер. Типа включила электричество. А мы пытались его открыть, мы не смогли. Вот теперь открыто. Точно, мы теперь очень близко к разгадке, я смотрю. Просто чрезвычайно. Генераторная станция. Блин, как все загадочное.
Тоже кто-то хотел краской что-то пометить. Перед носом себе дверь сам закрыл. О! Ты кто? Когда я был маленьким, отец нашел лису. Ее сбила машина, она ходить больше не могла. Мама очень расстроилась, заставила его отнести лису в сарай и ухаживать за ней. А он уже тогда держался особняком от нас. Много часов проводил с лисой, рассказывал ей про Италию и деревни, которые они там бомбили. Я, кажется, я ей завидовал. Лисе доставалось больше внимания, чем мне. Но она умирала, это все понимали. Как-то я стащил на кухне бутерброд, чтобы ее покормить. Мне всего 8 было. Тогда она меня укусила. До сих пор помню испуг, боль, злость. Я бежал по саду, плакал, а мама кричала про бешенство. Отец забил лису лопатой. Он потом плакал. Она не знала, сынок. Не знала, что тебе будет больно. Глупое, бедное, раненое животное. Вот и оно не знает, что нам больно. Боже, помоги нам. Оно выбралось из долины. Теперь оно повсюду. Прошло 3 часа после того, как появились самолеты. Ни с кем не могу связаться на коротких волнах. Похоже, я сделал ужасную ошибку. Что-то он тут рисовал какие-то мучения такие у него. Ну и что? Дальше-то делаем. Совсем мы что-то замедлились. Коридоры еще прошли. Что-то писал непонятно какие-то формулы. Никого больше не осталось. Только я. Ты ведь знаешь, что я сделаю. Хочешь света? Ладно. Будет тебе свет. Сам себя сжег. Но после меня никого не будет. Ты снова окажешься в одиночестве. Навсегда. Как и раньше. Ты у меня забрало всех, кого я любил. Заставила делать такое, о чем я и подумать не мог. Но если ты думаешь, что я с тобой пойду... Кейт? Подожди. Стой. Кейт. Ну, я узнал, что это Кейт. Ох, и загорелось.
звезды. Говорит Кэтрин Коллинз. Не знаю, услышит ли кто-нибудь это. Все кончено. Осталась только я. Кейт. Чпок. Опять в начале, что ли? Мы в прошлый раз были вот тут за забором. А теперь мы за забором. И мы идем в обсерваторию, так понимаю. В шестую башню. Башня номер 2. Я хочу попробовать. Может, мы можем куда-нибудь еще пойти? Я смотрела, как бабочка танцует в узкой полосе света. Вся ее жизнь умещается в один день. В одно мгновение между приливами тьмы. Я лежу, вокруг меня свернулась структура. И я осознаю неизбежность, необходимость существования, рождаемого из небытия. Развитие никогда не останавливается. Бабочки однодневки, видно, она наблюдала, где-то изучала их. Ой, это что такое? Их печатала, что ли? Охренеть. Томания. Так, идем в следующую башню. Должна была такой путяра проделать, чтобы здесь очутиться. Мы к этому всю игру шли. Это медленно, но верно. Магнитофон так прямо... ступенечках. Когда мы летели, Стивен перегнулся через мое место и указал в иллюминатор. Там, внизу, дом. А я видела только разноцветные прямоугольники. Кажется, до этого момента я не понимала, насколько полно что-то одно может включать в себя другое. Так, ну что, сюда идти? Наверх, наверное. Попробуем. Темновато, конечно. Страшновато, но аж куда деваться. Сюда. Там понизу, если побродить, может, еще, наверное, башню найти. Пятая башня. Знаю, она не хотела никому навредить. Пытаюсь объяснить, почему Лиззи хотела уехать с ребенком и почему было неправильно ее останавливать. Пытаюсь объяснить, что многое сделанного было неправильным. Она показывает мне Стивена и Лиззи вместе. И я рада за них. Фрэнк гуляет по своему полю с Мэри. Венди и Эдвард отдыхают во фруктовом саду времен своего счастья. Джереми обрел покой и примирился со своим богом. Все счастливы, потому что все вместе. Теперь я ее лучше понимаю. Она коллекционирует время. Коллекционирует бабочек. Сюда. Это была уже пятая башня. Такими темпами мы до шестой вообще махом дойдем.
это мы опять назад спускаемся? Да не надо. Так, идем дальше тогда. Коллекционерша времени. Это сущность, структура, или как ее там назвать. Эти более четкие уже начали, направлены, не просто хаотично взлетают. Как будто что-то показывают. Четвертая башня. Что-то мерцает. Дойдем, магнитофончик юзнем. Я смотрела, как склоняется структура, как время замедляется почти до нуля. Я видела, как пламя струится с руки Стивена, и момент этот длился вечно. Я смотрела на его лицо, и в последний миг мне показалось, что он меня видит. Он не был испуган или зол. Я помню выражение его лица, словно как в наш первый раз, когда он проснулся утром и сказал: «Как же я тебя люблю!» И я любила его. Когда он вошел в пламя, я отпустила его, зная, что пока не могу пойти с ним. Мы сдерживали время ради себя. Сдерживали свет, потому что боялись темноты. Но теперь мы понимаем, что сжаться подле света — это не жизнь. Я всю жизнь провела, рассматривая свет миллионов давно умерших звезд, не пытаясь даже понять смысл. Свет, который мы испускаем, важнее смерти. Структура, собранная из наших жизней, — это мост, ведущий сквозь тьму. Что-то какие-то совсем философские у меня снопения начались. Короче, твори добро при жизни, и все будет хорошо. Чем больше типа добра сделаешь, тем ярче будешь. Я так понял. Так, ну и последняя башенка с телевизорами висящими. Она тянется из теней башни, сквозь обсерваторию, через всю долину и поглощает мир. Все окутано ее светом, все обретает покой. Мир покрыт нашими следами. Она повсюду, она становится мостом между нашими жизнями. Этот мир был до нас, будет и после нас. В пустых домах, на пустых полях наши следы испускают свет. И в этом свете будут танцевать другие. Мы можем тихо уйти, без страха, зная, что все продолжится без нас. Тут опять кто-то рисовал что-то. Хрен на себе тут. Так, ну и все, наша последняя башня, шестая. Нет, еще одна есть. Заходим. Покажи нам, что за зло тут такое случилось-то. Телескопик смотрит вверх.
темноту просто зашли. Я ничего не вижу. О. Спецэффект. И работает. Нашел должный угол джойстика. Это конец. Конец близок. Но я не боюсь. Мы все вместе. Мы жили отдельно друг от друга, но теперь понимаем, что просто не знали, как дотянуться до других. Теперь это не важно. Все ушли, и мы присоединимся к ним. Мы рождены порознь и похожи на топляк на берегах бесконечного Черного океана, и скоро нас смоет волной. Но сейчас, в короткий момент жизни, в узкой полосе света мы можем найти утраченное. Ту любовь, что делает нас цельными. Мы нашли свою вторую половину. Эта структура моя. Вот так вот. Короче, типа такой глубокий смысл, что каждый человек должен свою жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это не значит, что надо ее просто там делать, творить, что хочется и что не хочется. Надо творить добро. Вот здесь-то заключается все самое интересное. Делайте хорошее, и тогда у вас останется хорошая память. То есть вы приобретаете тем самым бессмертие. Ну, конечно, такая философская тема, но тем не менее хорошо реализовано, интересно было пройти до конца. Я ожидал немного другого, конечно. Вот такая вот религиозную тему, короче, хотели вот показать, видимо, создатели вот этой игры. Их довольно-таки много, как видно, из имен, которые тут вылазят у нас, снизу льются. Ну что ж, я предлагаю вам поставить пальчик вверх за это прохождение. Подписаться на канал Железное Сердце. У нас хоть и Железное Сердце на канале, хоть мы любим жестокость и насилие в играх, по крайней мере, здесь такого не наблюдается. Но все равно заслужила игруха того, чтобы ее можно было пройти. Для коллекции сойдет. Поставлю я где-нибудь 4 из 5 баллов. Просто за то, что как-то атмосферненько все сделано. Очень атмосферненько. Всем пока, в общем. Увидимся на канале.